бьют по Степанакерту, конкретно по гражданской инфраструктуре. Вот электрическая подстанция дымится за моей спиной. Видим, вся трасса тоже была в осколках, когда мы заезжали в город. Все еще дымится. Близко не будем подходить, мало ли тоже что-то еще детонирует. Говорят, что опасно. Идут удары. Не знаю, похоже все-таки на восходящие. Вот это похоже на грады. Или срабатывание кассетных боеприпасов. Я не знаю, что делать, блядь. Надо двигаться, блядь.